анонс и дата выхода 106 серии турецкого сериала «Клятва». 106 серия сериала «Клятва» выйдет в эфир 28 октября. С русской озвучкой серия будет доступна на следующий день. Напомним, в предыдущей серии мы увидели, как Эмир говорит Рейхан, чтобы та ни из-за чего не расстраивалась, что он будет оберегать ее. Чтобы обрадовать Рейхан, которая уже несколько дней не находит себе места, Эмир готовит для нее сюрприз. Джемре взбешена, услышав об этом, поэтому давит на Рейхан, чтобы та побыстрее определилась с выбором. Она говорит, что именно от нее зависит, будет ли Эмир сидеть в тюрьме. Рейхан знает прекрасно о том, что Эмир никого не убивал, и по этой причине она решает взять вину на себя. И если потребуется, то она готова сесть в тюрьму за Эмира, так как не сможет жить без его любви. Джавидан издевается над беспомощным Хикметом, вымещает всю злость, когда сама оставалась голодной и в нищете. Нарин видит, как увозят Масал, однако не успевает ее спасти. Девочку похищают, собираются требовать за нее выкуп. Кемаль и Нарин выясняют, кто похитители. Напомним, 106 серия сериала «Клятва» выйдет в эфир 28 октября. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки!